В многоэтажках от халатности одного жильца может пострадать весь дом, поэтому здесь к эксплуатации газового оборудования особое внимание. Газовики совместно со спасателями, участковыми, сотрудниками Всероссийского добровольного пожарного общества и управляющих компаний обходят квартиры, где живут неблагополучные семьи, проверяют газовое оборудование и вытяжку. Вентиляция в рабочем состоянии. У одинокой пенсионерки во втором доме микрорайона «Звездный» срок эксплуатации газовой плиты закончился 10 лет назад. Но бабушка все еще пользуется единственной рабочей конфоркой. В целях безопасности сотрудникам газовой службы пришлось перекрыть газ. А что ж теперь я буду делать? Вам нужно купить новую газовую плиту. За два дня работы комиссия проверила свыше 100 квартир в микрорайонах «Весенний», «Приборостроитель», «Молодогвардеец». Нарушений немного. В основном это отсутствие договора на техобслуживание, неисправность комплектующих, неправильное подключение. Получается, если цепочка не работает то, не работает то, и получается в той могут пострадать люди. Есть у нас потенциальные люди, от которых могут пострадать весь подъезд, а то весь дом. Подобные рейды проводятся раз в год. Как начинаются холода большие, вот такие вот, потому что начинают люди греться ими, не хватает потопления, кто подогревает, кто что. Чтобы не остаться без газа в морозы, проблемным хозяевам необходимо устранить опасные факторы в своих домах. Это нужно в первую очередь для безопасности самих жильцов, ведь зима может спросить очень строго.